Всем привет! Итак, как сделать утюг с электронным управлением? Или что можно сделать из старого утюга? Значит, отдали вот такое устройство. Сказали выкинуть. Разобрал, посмотрел. В нем оказался неисправен датчик перегрева. То есть он отключился и все на этом. Больше он не включился. Вот так вот он выглядит. Что-то на нем даже написано, но... В общем, в нем причина была. Поскольку утюг был разобран, собирать его уже неинтересно. Решили сделать плитку с электронным управлением. Значит, сразу рассказываю. Берется вот такой вот ТРМ-202 или ему подобный прибор. В нем внутри стоит реле, которое управляется по температуре. Температуру настраиваешь, вот здесь вот устанавливаешь. И к нему термопару подсоединили. Здесь вот такая термопара, у нее на конце шарик. Шарик меряет температуру. И подключили этот прибор к утюгу последовательно. То есть здесь вот провода. Взяли от этого же утюга. Это вилка. Она втыкается в 220 вольт. Смотрим. Вот идет питание для прибора. И вот идет с первого канала с релейного выхода прибора. Здесь один провод поступает постоянно напряжение на утюг. А один мы разрываем и пускаем через реле. Вот коричневый. Здесь плохо видно, но видно. Коричневый я разорвал, пустил через реле. Дальше. Здесь 10-11 контакты. Здесь вот схема. Видно, что 10-11 это у нас подключение термопары. Мы подцепили термопару. Марка термопары, они бывают разные. Вот у нас идет вот такая термопара. Называется ДТПК. Это важно, потому что когда программируется прибор, у него там в настройках есть все типы термопар. И когда их программируешь, нужно указать правильный. Потому что если неправильный тип термопары укажешь, он будет совершенно другую показывать температуру. Вот так можно включить агрегат и посмотреть, что происходит. Вот. Вот он включился. Вот здесь вот подсоединяем термопару и смотрим. Здесь растет температура у нас. Снизу горит зеленая, это уставка температуры. То есть ту, на которую мы настроили. Он догонит до этой температуры и отключится. Сейчас вот он жарит на всю катушку. В принципе, этот утюг, он сильно мощный. Здесь стоит реле, у него на 8 ампер. Утюг 1600 ватт. Я посчитал, это где-то 7 с копейками ампер живет. То есть реле на пределе работает. По идее, надо что-то другую нагрузку взять. Или уменьшить мощность этого утюга. Вот. Идея такая, сделать плитку с электронным управлением. Вот, отключился. Все, лампочки погасли. Все, теперь он будет остывать. Он сначала, конечно, перегреет немножко. Забег вверх есть большой. Но вот это вот недостаток. Надо
маленько по-другому. Послабее нагреватель использовать, потому что сильно большая мощность он перегревает. Ну, в принципе, где-то градусов на 25, наверное, он перегреет. Потом начнет остывать. Вот кто не знал, что ваш утюг работает по такому же принципу, теперь будете знать, что он, оказывается, вверх сильно перегревает. Ну да ладно. Надо контакт термопары жестко прикрутить к поверхности, тогда будет точно, более точно температуру показывать. Что вам еще рассказать? Как программировать это устройство? А вообще это двухканальный прибор. То есть идея была такая, допустим, проводить какое-нибудь исследование и вторую термопару втыкать именно в ту среду, которая здесь будет нагреваться. И вторую термопару подключать ко второму каналу. Переключение кнопки PROC происходит переключение между каналами. То есть можно будет видеть текущую температуру в среде и температуру, по которой управляется нагреватель. В данном случае это утюг. Вот. Как программировать? Нужно долго нажать на PROC. Заходим в режим программирования. Потом выбрать нажатием вверх вот такой вот LUIN параметр. Нажать PROC. И будет предоставлен выбор первого канала, выбор термопары. Вот сейчас стоит вот такая вот аббревиатура. Эка бумажку там, которая в коробочке. Не-не-не, это в другой коробке. Ага. Там есть таблица термопар. Вот. Ну вот, к аналогичному прибору. Здесь у нас есть табличка. Вот здесь вот. Вот по ней выбираем тип термопары. У нас ТХА-К у нас термопара. Именно с буковкой К. Вот мы ее и выбрали. Здесь можно клавишей вверх-вниз перебирать варианты. Потом нажать PROC, он выйдет дальше, другие параметры. Потом будет второй канал, регулировка. Я на всякий случай поставил то же самое. Вот, если длительное нажатие клавиши PROC сделать, он выйдет опять в режим основного меню. И вот так вот выбрать ADV и нажать снова PROC. Ага, не то. Вот так вышли в режим измерения. Вот он, видите, сейчас остывает. Еще не остыл. Как остынет, чуть ниже на 1 градус, 163. И тогда снова включит нагреватель на несколько секунд. Значит, кому это интересно, может, кому-нибудь пригодится. На всякий случай сейчас покажу схему. Вот опять включился. Нагревает. Все, вырубился. Так вот он работает. Вот есть такой сайт uvin.ru. Там есть каталог регуляторов. Нужно выбрать и регуляторы, и выбрать то изделие, которое у нас. Здесь есть типовые схемы подключения. Вот. Вот есть дискретные. У нас, поскольку приборы выпускаются в разных комплектациях, у нас они релейные. Стоят внутри реле. Бывают разные. Бывает оптопара там. Все там.
Вот, допустим, выбираем схему контактор. Здесь вот PDF файл смотрим. Вот открывается схема для контактора. Вот здесь написано. Это питание к прибору 1.2. И вот здесь вот 4.5 это идет на реле. То есть сразу 220 вольт напрямки идет на нагрузку и на реле. А как бы то внутреннее реле, которое оно срабатывает. И мы управляем нагрузкой. То есть, ну вот эта схема с промежуточным реле, у меня его нет. Я использую внутреннее, которое там стоит. Оно стоит на 8 ампер. Кому интересно, можете писать вопросы, спрашивать. Что знаю, могу объяснить. Всем пока.